Жители республики приглашают поучаствовать в международной акции «День Победы» на разных языках. Исполнить знаменитую песню можно на русском или, например, карельском, якутском или даже на французском или китайском. Чтобы присоединиться к акции, проводимой в рамках федерального партийного проекта «Историческая память», с 9 по 11 мая нужно зайти на портал «Диктант Победы РФ», выбрать язык в системе караоке и записать исполнение композиции на видео. Лучшие ролики опубликуют на сайте акции, но можно и просто поделиться ими с окружающими в социальных сетях. Жители Карелии уже начали записывать свой День Победы.